И всем привет, вы на канале Прогульщики, и мы приехали к Дмитрию Чеснокову. Сейчас мы у него узнаем, где пропал его брат или что случилось с Юрием Чесноковым, что с ним случилось вообще. Вообще Дмитрий жил в этом доме, в 25-й квартире, но его квартира сгорела, теперь он живет тут в подвале. Может, зайдем глянем, что там да как. Ну, мы подъехали, это вообще край левого берега, край города, и подвал у него открыт, вот. Но мы сейчас его подождем, он подойдет, и мы с ним пройдемся, посмотрим, где он живет, и узнаем, где его брат. Мы к вам приехали, вот. Сказала, чтобы мы с вами пошли продуктов так, купили. Так каких продуктов? У меня холодильника нет, пацаны, вон, смотрите, 7-й этаж, там и холодильник, и стиралка, все шмотки сгорели. Так, вот нам Дмитрий сейчас проводит экскурсию по своему новому жилью. Это пока время. Ясное дело. Ну и электрончик, пацаны, не обращайте внимания. Ремонтируйте. А, ну это хорошее дело. Ё-мо, у вас тут катакомбы прям. Такая вот ходов. Забудется. Это вы тут, наверное, все... Вот всем... здесь я сплю. Где? А, вот здесь. А вы здесь всем домом жили, да, когда обстрелы были? Я приехал 5 апреля сюда. Ну тут в доме еще много людей живет. А где были до 5 апреля? А? А до 5 апреля? На площади. Ага, понятно. Ну на площади там вообще капец. Это лестничный марш здесь идет под подъездом, над подъездом. А Юра, его вообще, не, вы не в курсе вообще, да? Кто попросил? В ТикТоке просто видели видео. Ну да, она вам это видео и скинула, все. А что за видео? Вот. Когда он сидел на его возле дороги. Да, да, да. И она вот попросила, может, думаю, вдруг что-то узнаете. Ну, ладно. Ничего не. Ну, это было уже после боевых действий, поэтому я думаю, скорее всего, он живой. Просто, может, нет, он был, это было где-то в конце марта. А в конце? В конце марта как раз боевые действия. Просто видео залили позже. В самом разгаре было. А. Были боевые действия. Значит, видео просто позже слили. Ну да. Он еще в куртке, блин, в кожанке своей был. Всем удачи. Давайте. Вам тоже. Мира. Ребята, а если вы вдруг где-то увидели, или вам где-то попался какой-то видосик там с Дмитрием, братом Юрием, то, пожалуйста, скиньте нам либо в Инстаграм, либо на электронную почту. Будем очень благодарны и постараемся его найти. Ребята, сейчас мы находимся на самом краю левого берега. Через эту окраину можно пробраться в Россию даже пешком, но это займет часов 8 пеша. И сейчас мы нашли здесь заброшку, хотим подняться на самый верх, хотя тут ступенек толком нету, тяжело будет. И хотим снять этот райончик с высоты. А напротив, прямо этой заброшки, что-то отстраивают рабочие. Ясно. А вы тут живете, потому что вам жить негде, или... Да. Или потому что вы все время так жили? Потому что я не в данный момент. А вы кого? Какую вы службу представляете? Спасибо. Мы. Просто можно так сказать. Вот, кстати, здесь, в этой же заброшке, живут вот эти два мужика. Но они, скорее всего, они бомжи. Стой, но, как мы конкретно подробности не узнали у них, но все равно решили им помочь. Но забраться мы не сможем, потому что тут просто-напросто нет лестничного проема одного. Поэтому пойдем дальше. Пацаны, идем дальше. Вот самый надежный способ привязать велосипед. Как мистер Бин. На замочек. Как выглядит левый берег сейчас? Тут, кстати, в подъезде уже ремонт начали делать, смотрю. Вовсю вон провода висят, стены вон уже начали, видно, это шпаклевать, что ли. Так что скоро будет тут красота, я так понял. О, окна новые поставили. Так, я беру себе лимонад. Вы кальмарики. А мы все попить можно, пожалуйста, сухарики с икрой? А есть там? Живелент возьмем. И сухарики. А это бьет уже.
Там оно быстрее. Так ты прикинь, вот эта фигня острая, она прикручивается. Короче, ребята, как вы видите, вот тут по улице Жукова еще все более-менее. А если приближаться уже ближе к трассе, как ехать в Таганрог, там уже все побито, все погоревшее, всему, короче, уже хана. А тут еще, знаете, как более-менее. Бывает, ракета прилетела, дом сгорает, а тут повезло, что потухло, и даже половина не сгорела. И с вами были прогульщики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Ребята, мы ехали по адресу, и дымилась вот та вот штука. Вот, что-то дымится, что-то горит. Едем обратно, она до сих пор горит.